Тина Кандалаки приняла вызов на Versus Battle. Вот кого-кого, но ее, я думаю, ни я, ни вы не могли представить на батл-площадке в качестве рэпера. Хотя... Разные читаки бывали на батле, но они псевдоноваторы с матами. Назовите элемент главной подгруппы второй группы второго периода периодической системы химических элементов. Ведь... Действительно, мы же еще со времен программы «Самый умный» приучены к фаст флоу. Именно благодаря Тине Канделаки строки Оксимирона про «медленно слушаешь» для нас это панч мимо. Это не я усложняю тексты, менты контужены, бич, не я быстро читаю, а ты медленно слушаешь. Давайте же сегодня разберем, с кем хочет баттлить Тина Канделаки, точнее, чей вызов она уже приняла. Какой будет баттл, классический или подбитый. В общем, история возникла из ничего, но она... Очень занятная. Давайте начинать. Поехали. Началось все с того, что пару дней назад на канале Versus вышел новый баттл. Мц похоронил против Mighty D. В принципе, цифры обычные, ролик не хайповый, но и неплохой. И вот в одной из строк украинский рэпер Майти упомянул Тину Канделаки и млечного. Я хочу Блинк с долларом, чтоб крутился, как диски на Канделаке. Ты такой умный ща вместо Сереги выбежит Тина Канделаки. И она так тараторит, что ж покалывает в виске. Смотрел второй сезон б Думал: Тина это млечный в парике. Тина оценила упоминание, но сделала акцент на том, что она, в отличие от Млечного, текста не забывает. Интересно, знала ли до этого дня Канделаки, кто такой Млечный? Хотя, даже если нет, ее панч был остр. Так как этого рэпера всегда упрекают в том, что он слишком часто забывает текст. Лаков, мы... Столько лаков кричали мне что-то в лицо. Ёпта. Столько лаков мне что-то кричали в лицо, но их слова воспринимал я с опаской... Запаска. За за И тут мне написал, наверное, самый ценный твит за всю свою жизнь. Глянул свежий твит. Тина Канделаки, за упоминание, конечно, спасибо, но тараторить с текстом перед глазами может каждый. Гона Версус. Заходи, пожалуйста. Запишите, пожалуйста, время 18.36 25 октября 2017 года. Это время, когда он личного одновременно и ёкнуло в груди от радости и одновременно от страха, потому что Тина Канделаки написала ему ответ на вызов. Если реально хотите узнать, кто по бумажке, а кто чисто за хайп, я принимаю предложение. Не все ведь стендапером батлить. Когда пришел ответ Млечного, наверное, он подумал, что совершил ошибку и вспомнил, какие же могут быть последствия от того, что вызываешь девушку на баттл. Я вызываю тебя, Кристина, на Версус баттл. Но эту ситуацию показательно спас Смайлик в конце твита. Фух, подумал Млечный, загуглил Тины Канделаки полное имя и по горячим следам уточнил условия. Я-то готов. Тинатин Гивиевна, вы пыл охлаждать как предпочитаете? Подбит или акапельно? Прям вот просматривается, как чувак вроде бы и рад тому, что теперь может похайпить, но опасается. Все-таки урок с Кристиной Си заставил всех не, не просто там следить за базаром своим, но и за поведением, за манерами. Тина на момент съемки все еще не ответила. Подбит хочет батлиться или Капельна, но шуточки на тему гострайтинга и реки Ф уже пошли. Причем Рикеев уже отписал, что готов ей помочь. Понятно, что и с его стороны это шутки, но чем больше дополнительного шума, тем более вероятнее батл. Это ж дополнительный хайп. Немного полезного контента вам в ленту. Вот часто в комментариях практически под любым хайповым видео, практически на любом канале пишут «Надоели уже хайпить, снимите что-нибудь полезное». Окей, знакомлю вас с полезным автором. Сергей Косенко, парень, который умудряется совмещать блогинг и предпринимательство. Он с нуля построил свой бизнес и сейчас передает весь опыт, как стать успешным своим зрителям. Помимо его советов и мотивации, вы найдете влоги из европейских стран, а также интервью с успешными бизнесменами и блогерами, среди которых Евгений Гаврилин и Макс 1500. За короткий период на Сергея подписалось более 40 тысяч человек, так что есть повод зайти и проверить, возможно и тебе будет интересно и полезно. Тем более, что очень скоро у него уже стартует новый конкурс. Ссылка в описании. Вернемся к теме Тины Канделаки. Вообще, я думаю, что это не так уж и тяжело себе прямо сейчас представить. Я вот прям вижу, как будет выглядеть Тина Канделаки на Версусе. Это нечто золотая середина между Ургантом на Версусе. То есть мы уже видели, что люди с верхов русского телевидения признают эту сферу, понимаем, как могут рифмовать. Ну и, конечно же, самые лучшие черты Артема Лойка, наверное, легко возьмет на вооружение ведущая. Читаки бывали на баттле, но они псевдоноваторы с матами Назовите элемент главной подгруппы, вторую групп второго периода Периодическая система химических элементов Я, конечно, ничего не имею против Млечного Но в этом баттле я бы болел все-таки за Тину Канделаки И Как ни крути, тут нужен опрос Как всегда, сверху справа жмите на свой вариант вот вы спросите, ну а для чего же ей вообще нужен баттл? Неужели ей не хватает популярности или чего-то еще? И тут я сразу вспомнил, как Тина давала интервью Диме Портнягину из канала «Трансформаторы». И там она говорила, что достигнув определенных целей в жизни, всегда становится скучно, если не бросать новый вызов себе или новые более высокие цели. И вот я думаю, что Млечному просто повезло найти такой интересный челлендж для ведущей. Я уверен, что такой баттл наберет громадное количество просмотров. Вот давайте среди вас определим зрителей, кто бы хотел, увидеть баттл Млечный Тина Канделаки. Если ждете, то ставьте лайк и посчитаем, сколько от общего количества просмотров наберется желающих. Думаю, что на днях появится больше информации по поводу этой ситуации. Кто знает, возможно, мы видим зарождение батла, который станет главным в 2018 году, а не Гуфтаха. Посмотрим. Пишите в комментариях, чего ждете больше. И думаю, что в следующем выпуске еще раз упомянем эту тему. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. На канал, в принципе, тоже подписывайтесь, если не подписаны, и ставьте колокольчик. Спасибо за просмотр, это был проект Ютубер, меня зовут Эрик, всем пока!